Это Ленинград, День Победы. Благодаря мужеству защитников и жителям города, наш Ленинград-Петербург остался в истории города, мостовые которого не были осквернены с богами захватчиков. Несмотря на то, что десятилетия отделяют нас от этого дня, мы чтим память о героических бойцах, оборонявших наш город. Мы вспоминаем тружеников тыла, которые обеспечивали работу промышленности. Мы не забудем всех тех, кто пережил блокаду, сохранительный дух и традиции нашего города, кто обеспечивал работу театра, школы, больницы. Несмотря на чудовищные потери, солдаты выполняли задачи, не допустили захвата побережья Лады и по Ладожскому льду прошли машины с продовольствием в осажденный город. Через территорию нашего района проходит линия обороны Ижора. Ее создание в условиях блокады стало тоже своего рода подпитом строителей. И тоты, которые находятся на территории нашего района, каждый день напоминают нам о том, что город никто не собирался сдавать врагов, и каждая улица была нашим обороной. Я надеюсь, что память о наших воинах-победителей будет чтить вечно. Крепкого вам здоровья и здоровья ветеранам.